служителя, семья служителей, которые служим долгое время, и мы слушаем слова апостола, и мы стараемся поступать так, как он учит, сеять, быть партнерами, жертвовать. Мы каждый раз мы ожидали от Господа чудо от Него. Всегда апостол рассказывал, как куда бы он ни приходил, у него всегда есть чудо, как бы желание какое-то, да, и Бог отвечает на его желание, на его мечту. Долгое время в нашей жизни этого не было как-то. И мы всегда говорим: Господи, где ты? Почему так не проявляешься в нашей жизни? Чудесным он, да, он проявлялся как бы разными способами. Но как я человек радикальный, я хотел радикальное проявление Господа в своей жизни. С моим сыном в Норвегии мы пошли просто в магазин посмотреть, где была разная там электроника. Мы хотели что-нибудь себе купить, приобрести. Я увидел один планшет, который был, и душа говорит: надо взять. Я подошел к продавщице и говорю: есть на него язык украинский или русский язык? Можно посмотреть в меню? И когда она посмотрела, она видит, что там есть язык украинский, русский язык. И тогда я сказал через транслятор, через переводчик, что мы покупаем все-таки этот планшет. А она нам говорит через тоже свой транслятор, через свой переводчик, что вы можете его забрать. Я сразу не понял, как вы можете его забрать. И она берет, и она мне выбивает чек. И я смотрю на этот чек, а на нем ноль. Все нули. Он ничего не стоит. Он говорит: вы можете его забрать себе. Денег не надо. Сегодня нас Господь очень сильно благословил. Столько эмоций, что я просто не могу удержаться. Мы зашли в один магазин, где есть электроника, просто посмотреть. И увидели планшет, который давно мечтал купить для себя, для семьи. И там на него была цена такая, 4000 крон, 4500 и 50% снижка. Вот. 2250. Вот такая цена. Я долго думал, брать его, не брать. Со мной был сын, Юрка. Думаю, ладно, возьму для детей. Что ради детей не сделаешь? Я решил его брать. Они мне говорят: нам дарим этот планшет. Мы даем вам цей планшет. Чудо. Спасибо Богу, что он начинает жертвовать. И спасибо апостолу. Мы с сыном не могли отойти от этого шока. Этого не было еще в моей жизни, чтобы прямо в магазине, не понарошку как-то, а тебе взяли и подарили вещь, которая стоит, которая на нее есть цена. Это не был человек, который пришел, купил, тебе как-то дал, в самом магазине просто тебе дали. Я не знаю, что произошло в их сердце, почему они так сделали, но я понимал, что это все делает Бог. Он сделал нам такой праздник, сделал нам такой подарок. И чудеса продолжаются.
как бы двинулась, пришла жатва. Пришла жатва в жизнь, которой долго-долгое время не было. И я хочу вам сказать, тем людям, братьям и сестрам, которые сеют семя свое, рано или поздно жатва будет, жатва настанет. Бог благословит вас.